И всем привет, дорогие друзья, с вами Вордог, и со мной будет играть Катюха сегодня в одну замечательную игру Who Remain. Катюха, поздоровайся, да. Я один, как бы, в квесты не особо силен, и поэтому я позвал поддержку Катюху. Катюха у нас, кстати, тоже стримит на Твиче, присоединяйтесь к ней на стримы. Как обычно, у нас печальная заставочка идет про историю нашего персонажа. Понимаю. Eventually you become someone. What's the point? Бля, почему мне уже страшно? Пока очень непонятно. Ну да, пока мутно, так как всегда. Ой, да неужели? Нет, мужик, не делай этого, не надо. И тут пришло сообщение со Сбербанка, блядь. Ваш долг, блядь. Чувак захотел застрелиться, какая-то ему проститутка написала, он к ней поехал на встречу. Типа, что за дичь? Распорвать Дианой. Логично, все логично. Он хотел застрелиться, но решил, нет, я перед концом своим, типа, блядь, брошу эту сучку. Типа, тебе не похер, чувак, если ты уже взял ствол в руки, блядь. Ну ладно, ладно, мы не будем придираться к историям, ко всем сюжетным линиям. Мы просто попробуем поиграть. Блять, почему так темно нахуй? Классно. Что классно? Тачка? Хуйня какая-то. Бенгер Е54. Заебись. Вашингтон. А почему небо просвечивает сквозь крышу? Нет, это типа тени, там мошки летают. Мне показалось, это звездное небо. Я себя в ебало пытаюсь попасть. Зачем? Возьми его, чтобы кидать в других. Да я сомневаюсь, что с самого старта надо будет в кого-то что-то кидать. Блять, почему так темно, сука? Объект может быть поднят или взаимодействуется. Точка. Я швабру. Я веник хочу, да, я тут подмету, блять. Блять, темно, пиздец. О, музыка крутая. Бля. Ну да, нам сразу предлагают залезть в книжку чужую, блядь. Тут пришел, блядь, этот рабочий, дал по морде нам. Окей. Пиздец. Объект может быть осмотрен. Толк, что ли? Да. Пульт. Его только можно посмотреть или подвинуть, или может быть здесь какие-нибудь тайники. Зачем ты все на себя кидаешь? Я не знаю, мне нравится. Да, можно было открыть. Давай. Да, вижу. Оба. Что? Какого хера он по чужим ящикам еще лазит, блядь? Эдди, я пыталась до тебя дозвониться, но сигнала не было. Ты, думаю, доберешься сюда только через несколько часов, так что я собираюсь немного вздремнуть. Ключ будет под ковриком, с нетерпением жду нашей встречи. Ах да, я в комнате номер 2, Диана. А нахера она записку в чужой, блядь, комнате оставила, комнаты рабочие, блядь. Слушай, так как... она здесь работает, походу. Блядь, что-то как-то странно, она тут работает. Я тут беспорядок нахуй навел, блядь. Ну, правильно. Пока не прохлаждается. Оставь прямо на стол. Пизду, ну, так, блядь, тоже будет. И подожди, комната номер 2, под ковриком. Под каким ковриком, вопрос? Наверное, рядом с комнатой. Просто поразительное обслуживание. Иди куда-нибудь направо. Бля, темень такая, не могу, дайте утро, блядь. О. Здрасте. О, интересно, сейчас что-нибудь будет? Это сейчас, блядь, сразу въебало, скримак прилетит нам, блядь. Здрасте. Здрасте, блядь. А где все? Охуенный фильм. Охуеть. Очень занимательный. Слушай. Да, концовка какая, а, блядь, просто эпик, блядь. Да, да. А завязка? А нахуй. Она в душе, походу. Выходи, блядь. Сука, что ж темно везде, блядь. Из туалета? Где, блядь? Что, блядь, с телефоном в душе моешься, блядь? Оставайся на свету! Майкл Ридли.
Это уже четвертый случай загадочного исчезновения. Так же, как и в предыдущих случаях, одежда мистера Ридли была найдена в луже крови. Шериф Мэтьюс настоятельно просит всех жителей Дормонта с наступлением темноты оставаться в своих домах. Слушай, блядь, по-моему, блядь, этот Куплинов проходил эту игру. В смысле? Ты еще сделал? Нет, блядь. Ну ладно, я тут посижу, мне как бы похер. Я, блядь, еще не выходил на улицу, когда передо мной дверь закрывают. И меня уговаривать вообще не надо. Блядь, что телек выключили? Вот это самое хуёвое, блядь. Включи. Мне кажется, ли... Морда, да, глаза. Да, да, да. Пшёл нахуй сюда, блядь. Блядь, дайте кинуть чем, блядь. А ну, блядь, иди нахер, не смотри в меня, блядь. Ладно. Если, ну, если ну... надо, то... Ой, блядь, твою мать нахуй. Пизду, блядь, пизду, блядь, пизду, блядь. Ты не туда, по-моему. Да я в курсе, блядь, там машину кто-то в меня светанул, как, блядь, я что-то как-то пересрал, блядь. Только аж вспотел, блядь. Слушайте, откройте, тут хуйня творится, блядь, откройте, блядь. Какого хер ты сюда приехал, блядь, надо было стреляться и все, блядь. Откройте, блядь, тут должно что-то быть, блядь. А, подожди, мне говорили в свету оставаться же, блядь. Вот я тут и буду сидеть. Так, ладушки, пошли. Отправляйтесь в Дормонт. Я сейчас как отправлюсь. А, пешочком, значит, да? Да, это заебись. А мне нравится, такие, видишь, маленькие шажочки? Мне нравится, как он бежит, блядь. Помогите, ты помоги мне, свет гаснет, ты должен. Заебись, блядь. Что только что произошло? Посуду бьют, блядь, что не понятно. Что за... блядь, пизду, блядь, беги! Оставайся на свету, блядь. Заебись, блядь, только, сука, бегать уже не могу. Ты можешь пробежаться чуть-чуть, нет, блядь? О, блядь, наконец-то. Так. Там какие-то долбоёбы. Надо идти поздороваться, мне кажется. У меня рубля нет, пошли нахер, блядь. Hello? Эй, черт, зачем им топор? Да, блядь, они за дровами нахуй прилежу, не понял, блядь. Сука, дайте что-нибудь в них пиздануть, блядь. Шёл нахер! Это какие-то они неприветливые, я не знаю, я не ебу. По-моему, мне кажется, к ним не надо идти, блядь. Хрен там, блядь. Еще одни, блядь. Да что происходит, блядь? Куда мне идти, что-то блядь? У нас какой-то пугливый. Я? Дядя. Нет, не ты. А, не, ну дядя, ну это понятно, блядь. Мне тоже было бы хуёво, если подошел бы каким-то, блядь. Кто это вообще, блядь? Оба. Это моя тачка. Ух ты, ее обтюнинговали, блядь? Да. Это лазделента так светит, да? Ебись. Вон доб, может быть там мне помогут добраться. Ты куда-то, блядь? Слон нахер отсюда, блядь, попугай ебаный. Почему дверь открыта? Я б туда не ходил бы, блядь, не? Да просто проветриваю. В смысле? Рубля нет, иди нахер. Блядь, чё же так много, блядь? Сука, какого хера, блядь? Вон там, лампочка. Этот, выключатель, врубай. Опа. Это напоминает, знаешь, как это самое. Как, блядь, в жизни, блядь, когда выбегаешь нахуй в другую комнату, выключаю быстрее свет за собой, блядь. Чтоб тебя не поймала бабайка, блядь. Что на тебе наклеено, блядь? Да ладно. Блядь, он меня чем-то... Ты что, сковородкой меня зарезал, блядь? Он ебантяй какой-то, блядь. Может... Уша нормальная такая херня, блядь? Когда вкусная шавуха попалась. Ага. Вообще, блядь, с ногами, с руками отрываешь, блядь. Вместе с продавцом ешь, блядь. Слушай, что тебе надо? Ты мне скажи, тебе дам, блядь. Чисто по-соседски, хоть соль, что, блядь, что хочешь, блядь. Хочешь, блядь, жену отдам, нахуй. Он тут где-то, блядь, слушай, шляется. А что вот это за выключатель, который справа? Вот тут, вот, да, вот тут. А, вот этот? Да, вот этот. О, блядь, нихуя себе. Я думал, мы его включали, нихуя себе. Нет, вот, да. Так, я просто тобой стул, блядь. Сразу ты так ничего не видишь. Трафаретку заряжу, блядь. А мне не надо ничего видеть, блядь, кто-то... Да, это в смысле. Ну, Надь, спасибо за мячик, забирай табуретку, блядь. Те огни должны быть из Дормонта, если бы подсолнуховое поле было освещено. Я понял, намек. Намек понят. А чё, китаец стоит?
Генератор какой-нибудь. Да, блядь, твою мать, да надо будет. Мне страшно. Сука, дебилы, блядь, тупые, идите отсюда, блядь. Фух, надо передохнуть. Какое небо голубое. Тут эти додики стоят. Дай виллу, блядь, по-братски. Так, хорошо. Тут мы посмотрели, тут ни хера нету. О, стоп. Эйбись. Что дальше? Ага. Да, да. Охерительно. Так, хорошо. Отлично. Включите освещение поля, найдите предохранителя. Предохранителя нет, может он в том доме? Да нет, блядь, это просто счетчик. Блядь, да ну нахер. Что, блядь, творится, блядь? Заводи ее, блядь! Мне страшно, блядь. Стой. Опаньки. Блядь, серьезно, блядь? Блядь, я все ключи храню в коридоре. Как и все, наверное, нормальные люди, блядь. О, здравствуйте. О, как это? Тут темно, блядь? О, теперь не темно. She won't take me. Чего? Что это значит? Она хочет забрать меня. Я весь в точечку, блядь. Так, она хочет забрать меня, да? Нихуя себе тут пилюль. Таблеточки, понятненько. Ну, кто-то, блядь, нормально так шарялся. В унитазе, может? Ох, блядь, ебанутые, оба. Здравствуйте, приехали, блядь. Спасибочки. Так, а нам нужна свеча. Свеча нам нужна. Да вряд ли. Возьми ты эту хуйню, чтобы въебать кому-то по башке, блядь. Чё ты, блядь, сюда терпишь? Понять не могу, блядь. Чё-то ещё вот было. А, ну так неинтересно. О, подожди. Я так и знал. О, ты видел? Да-да-да. Ага. Предохранитель подобран. Слушай, оденься погиб, блядь, там дождь идёт. Отлично сработало. Чё, блядь, мне через поле гасать, что ли? Ты что, драк, что ли? Здрасте. Где я? Как я сюда попал? Так, блядь, ты, походу, тех таблеток накидался, блядь, перед выходом. Вот это глюки у парня, конечно. Ай, фоточка. Андре, это фото со дня нашего знакомства, до года спустя, а мы поженились. Блядь, ты можешь нормально показать мне его? И прикинь, какой-то чувак такой играет в эту игру, такой, блядь, это же моя фотка, где они взяли, блядь? Блядь, не кричи мне тут. Какой-то не особо романтичный ужин получается. Ну да. Я бы такое место точно не выбирал бы. Слушай, тут какая-то, блядь, тетя странная орёт мне, блядь. Это кто летает? Это русалка? Это реал русалка? Это хуялка какая-то, я манал, я бегу отсюда, блядь. Нихуёво. Чё-то она все ближе и ближе. Да, есть такое. Смотри, блядь. Охренеть. Так, хорошо, смотри, куда пойдем? Там тут, был костер. Тут херня какая-то, а тут типа грит кто-то. Это кто-то. А, это кто-то горит, охренеть. Выбор какой? Ты бы куда пошла? Конечно, на того, кто горит. Хотя... Там зелененькое что-то светится. Так это... Мужик... Стоп, отсюда же мы пришли. Мужик... Нет? Мужик, тебе водички принести? Пить хочешь, не? Ну ладно, как хочешь. Это другая уже, видишь? А, да. Рози, она любила засыпать на коленях у Андреа. Мы были так счастливы тогда. А сейчас все заебись. Сейчас еще лучше. Мы не туда пошли. Мужики, хорэ завязать, пошли домой. Не хотят? Обиделись? Цвет, откуда он? Оба, дверь какая-то. Что за звуки? Еще один висит. Пить хочешь, не, блядь? Ну как хочешь. Зайчик. Зайчик-попрягайчик. У него... Рокки, этот кролик принадлежал Рози. Заебись, блядь. Фаер-шоу.
Ребят, всем большое спасибо за просмотр. Поставьте обязательно лайк и подпишитесь на канал. Если увижу на ролике хорошую активность, то мы с Катей продолжим снимать данный хоррор. С вами был Вардок, всем пока.